بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح بإذن الله تعالى متن مختصر أما متن الأصول الثلاثة. سميم الله всемилостиво являющего милость, вся хвала принадлежит Аллаху. Сейчас мы начнем записывать лекцию, урок, сокращенное изложение текста, который называется Салатуль Русуль, то есть три основы. نعم. قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. Перед тем, как мы начнем разъяснять вот этот вот текст, мы должны ответить на пять вопросов. نعم. السؤال الأول. Первый вопрос. لماذا ندرس التوحيد؟ Почему мы изучаем توحيد, единобожие? لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. Потому что единобожие توحيد это право Аллаха над рабами. خلقنا لنوحد الله. Мы созданы для того, чтобы поклоняться только Аллаху, исповедовать единобожие. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. Аллах не принимает ни одно деяние без единобожия, без таухида. لا يدخل الجنة إلا موحد. В рай войдет только единобожник. حتى لا نقع في الشرك. Чтобы мы не попали в ширк, многобожие. زيادة الحسنات. Увеличение благодеяний. تكفير السيئات. Искупление злодеяний. قد يسأل سائل أي واحد منا ويقول له هل أنت موحد؟ может человек спросить кого-то ты единобожник или нет؟ تقول نعم أنا موحد. ты говоришь да я единобожник. يقول لك ما هذا التوحيد؟ он скажет тебя что такое توحيد что такое единобожие؟ إذا لم تعرف التوحيد هذا معنى أنه هذا الكلام كذب. если ты не знаешь что такое единобожие значит эти слова ложь. نعم ثم قد يسألك أيضا يقول لك هل أنت مشرك؟ Также он может тебя спросить, ты многобожник, мушрик? Ты скажешь, прибегаю к Аллаху от этого, я не многобожник, я единобожник. Что такое этот самый ширк, многобожие, который запретил тебе Аллах? Если ты не знаешь, что такое многобожие, может ты попадешь в это многобожие, а ты при этом не знаешь. إذن أهم ما علينا تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه. значит самое важное, что лежит на нас из обязанностей, это изучение توحيدа и претворение его в деяниях и призыв к этому. نعم. وكذلك نتعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه والله أعلم. также мы должны изучать ширк, чтобы предостерегать от него.